Видео из школы творчества. Владимир Герасимов готовит свечу. Расскажи, как мы заряжаем свечи. То есть свеча на исцеление, правильно? Да. А какой запрос? Запрос. Вот запрос есть на исцеление. Угу. Это персонально для тех, кто заказывает, готовит свеча там, да? Так-то да, но это для нас сейчас. Расскажи. Что, что ты делаешь? Я закручиваю и свечу с намерением исцеления нас, нашего дома, нашего пространства. Здесь вон травка вон какая-то, есть сушеная. Соли не положил, потому что это не очищающая свеча. Исцеление дома, в общем, так. Вот так, потихонечку. С любовью. И закручиваю. Так понимаю, от энергии мастера зависит и то, как исцеляющий поток работает. Вот такая цветочка. Получилось. Кому исцелить дом важно, обращайтесь. Или очистить от чего-нибудь, от кого-нибудь. Угу. Да, любой запрос, какой у вас идет. Отправляем свечи посылками. Одна свеча на один запрос сколько стоит? Ну, в зависимости от запроса, от свечи, угу, и от количества свечей. Угу. Ну, то есть индивидуальный подбор идет.